Доброе утро, друзья. Какое утро, блин, уже добрый обед. У меня сегодня было тонна дел, поэтому время у нас уже без 22, я только впервые включилась на первое включение. Как я сказала, время без 22, понедельник, 6 марта. Сегодня уже, ребята, 6 марта. Через 2 дня 8 марта и год, как мы получили гражданство канадское. Сейчас я просто уписываюсь. Было очень много работы сегодня, знаете ли. Я сейчас смотрю Paris Hilton. Ой, у меня картошечка в мундирах, я ее так вкусненько с приправками себе обжариваю, со сметанкой сейчас буду есть. Габи уже покушала. Короче, как я уже и сказала, было сегодня очень-очень много дел разных, поэтому, к сожалению, не смогла выйти к вам раньше. Как говорится, понедельник день тяжелый, но не в моей семье. Вы знаете, что у меня обычно это выходной, но сегодня было много всяких разных технических вопросов, которые мне нужно было решить. Габочка вот сейчас доедает омлет, который она сама себе жарила, но только она куда-то убежала делать активный вид за другой стол. Да, вот здесь она вот пока работала возле меня, сидела, игралась и читала своим игрушечкам, которые сейчас пошли спать. Она их высадила здесь, и она читала им сказки. Вот. А я пока делала свои дела. Сегодня у меня, в принципе, планов немного, но есть. Скоро уже, в принципе, выходить зайду. Там придем, у меня с ним начинаются занятия по музыке. Мы сейчас начинаем учить теорию. Я немножечко отошла от моего субботнего шока, пришла в себя и, в общем-то, организовала все это как нужно. В общем-то, в принципе, осознала информацию, которая мне была сказана, что, в общем-то, теперь мы как бы при консерватории, получается, учимся с моим сыном, ни больше, ни меньше. Просто мне взяло какое-то время это осознать и понять. И организовать для себя, ну, скажем так, как бы такое, ну, не стационарно, а просто наша школа подтверждена Королевской консерваторией Канады. И участие в нашей школе, это приравнивается как бы к обучению в консерватории. И, в общем-то, мы вроде как в первый класс, типа, пришли сейчас. Поэтому, в общем, я разобралась с учебниками, с книжками, немножечко успокоилась, поняла, что все будет хорошо. Но это всегда, как бы, когда какая-то новость, которую ты не ожидала, и которые, вещи, которые ты не знаешь, сначала тебя всегда из-за неизвестности подвергают, приводят в состояние немножечко такого странного ощущения. В общем, короче, одним словом, все это утряслось. Мы сегодня начинаем наше первое занятие. Потом у меня по моему замыслу готовка жаркого, как тушеная картошка с мясом. И, наверное, суп. Я еще под вопросом не знаю. Потом у меня выезд в Walmart. Мне нужно вернуть кофточку, которую я взяла, и попытаться найти что-то другое. Мне нужен Winners, но я не знаю, куда я поеду. Может быть, там есть рядом Marshalls. Может быть, я там посмотрю что-то дальше. И мне нужно сегодня... А, еще мне нужно там по делу по одному заехать перед магазином. Это тоже в ту сторону. В общем, короче, все дела, как всегда, на вечер. Все. Поэтому сейчас я иду покушкаю. И будем собираться за Едошенькой. Привет, Габи! Все, идем. На, держи. Будем идти за Едошенькой. Вот улица пустынная, пасмурно, сухо и слегка прохладно. Большого минуса нету, где-то минус 2, минус 3. И мы направляемся с Габушей забирать нашего студента. Помню, когда я приехала в Канаду, нас же как учили на английском языке. Нас учили всегда, что... О! Так, что там не отключилось? Ой! Да что ж такое? Нас учили, что студент, что ученик — это pupil, да? Pupil. Pupils — это ученики, как школьники, да? А оказалось, что здесь говорят students. И для тех, кто в школе, тех, кто в университете, это все students. Вот так. Когда мне начали говорить, он good student, и все это на школьника, то... Бёрди! То мне это было, конечно, немножко странно слышать сначала. Но вот так вот было, были такие странности. Я приду, когда сейчас домой, забыла вам показать. Я вчера решила постирать коврик, дорожку с ванной, зеленый у меня. И... Я его немножко там застирала, там было пару пятнышек таких, я разлила там случайно этот, как он называется, йод в ванне. И пару капель, и так испугалась, думаю, наверное, не отстирается, такой любимый мой коврик. Я быстрее в воду, теплой водичкой, все отошло, он сошел весь йод.
И я уже думаю, постираю его. Я давно его не стирала. И я в машинку. Я стирала его только в ванне, вручную всегда. Как-то так получалось. Короче, я его замочила. Давай в машинку. Машинка на каком-то этапе посредине стирки. Ну, как раз на том этапе, где уже, наверное, начинался выжим. Машинка отключилась. Тише, Габи, не кричи. Машинка стиральная отключилась. Почему? Потому что она не тянула. Тяжелый получился этот коврик с водой. Она не могла, написала, что перезагрузите, типа другую выберите программу, что-то. Вот. И, короче, в общем, одним словом я я вообще отключила от греха подальше. Думаю, сейчас сломаю машинку на счастье ко всем поломкам нашим. Еще машинку, думаю, сломать осталось и все. Так что я уже его просто... Он уже был постиранный. Габи, не прыгай на дорогу. Он был постиранный, уже выполосканный. Только лишь... Обложить. Так я его в ванне внизу в бейсменте повесила там. Он стекал всю ночь. Сейчас приду, посмотрю. В основном, наверное, я думаю, все стекло. Я его в сушку засуну, чтобы просушить. И уже все. Привет! А что ты ищешь там? Тебе жарко? Ну да, это очень горячая курточка, мой золотой. Как сегодняшний день твой был? Хорошо? Ну давайте еще пару минуток и пойдем. И моя принцесска здесь. Принцессочка моя. Да, день, катаемся. To the moon. To the stars. Так, все, мы вернулись домой. А, вот мой коврик висит чистенький, сохнет. Он уже весь стек, он полусухой. Я его сейчас в сушечку засуну. И уже можно будет им сегодня пользоваться. А то холодно в ванне стоять без коврика. Пришло время готовить милкшейк. Мы уже сюда бросили водичку и с семенами чиа, которые я замачивала перед тем, как мы шли в школу. Молоко. Нет, стробери там нету, но предположим, что это стробери, да. Бананчик. Сейчас еще один. У меня здесь мягкие. Так, вот эти мои финики. Сейчас еще бананчиков несколько. У меня еще были замороженные яблочки. И кусочек бананчика. Там мы их тоже сюда вытрясаем. Ой, дочка, ну не сейчас же мы будем показывать. Давай мы попьем милкшейк, и мама покажет, хорошо? Какую хорошую оценочку сыночек мой принес. Да, я расскажу как раз про оценки, ну как бы да, A, B, и как вот плюс и минус работает, главное, я хотела показать. Да, почему 4 минус, я расскажу сейчас. Ну давай уже, если мы рассказываем, ты просто трясешь постоянно. Значит, вот, например, идет оценка, вот это написано. То есть учитель ничего не берет примерно. Есть определенные критерии. На каждый этот вот level, на каждую оценку написано, что он должен обладать, какими знаниями. Значит, это получается Science Oral Presentation рубрик. То есть они вот эту лодку, которую делали, потом ей нужно было... Габи, не сунь пальцы. Презентовать должны были ее, да? To make presentation. Неважно. В общем, короче, он получил level 4. Почему? Потому что, почему minus? Он написал вот amazing, minus. И все такое написано, что ему нужно что улучшить? Next step. Review how to use non-verbal cues, including eye contact and body language. Oh, I use eye contact. Да, поэтому написано body language здесь обведено в кружочек, потому что здесь написано, что у тебя с eye contact все в порядке. Значит, почему 4? Потому что все 4, но на третьем уровне у него был тоже. Габи сейчас. Короче, в общем, почему 4 с минусом? Потому что есть еще в троечке, немножечко тоже из троечки. I could have got a 4+. Да, ну, в общем, Адоша, ты молодец, я тобой горжусь, ты умничка моя, папа будет очень рад. Супер happy. Молодец. Все, пошли делать. Так, набросали, сейчас начнем скручивать, посмотрим, какая гущина, будем поэтому добавлять, мам, вот что мы хотим. Вкусно, ямки, да? Мама тоже пьет. Такого кофейного цвета получился из-за яблочек, наверное. Вкусно? Кстати, this is a McFlurry. Тут же еще добавлено, в конце было несколько ложечек. Как он называется? It looks disgusting, but it's actually milk. Не, очень-очень вкусно. Ну, скажите мне,
вот эти, как они называются, мой молотый флексид. Очень ямис. Ямис. Looks disgusting like boogers, but it's actually really good. Иба, подбирай слова, хорошо? Это вкусно. Оно выглядит больше как пунш какой-то, как какой-то такой кисельной консистенции, но он очень-очень вкусный. Значит, на какую тему бы можно мы могли бы с вами поговорить? Меня спросили по поводу мамы, я с удовольствием отвечу на этот вопрос. Потому что я говорила про образование и так дальше, музыкальное, говорила, что это непросто, и что для того, чтобы дать своему ребенку хорошее образование, нужно иметь две вещи. Одно из двух. Либо много денег, ну это в принципе для любого образования будет applicable, или много денег, или хорошие знания личные. Денег у меня нет, знаний личных тоже нет. Понимаете, какое несовпадение? Поэтому, как мы с мамой поговорили, придется мне стать музыкантом. Ну, это такая шутка, конечно. Но, конечно, требует от меня определенных усилий и так далее. Посмотрим, как оно будет идти. Конечно, мальчик будет становиться старше, он сможет более самостоятельно больше вещей уже делать, выполнять. Поэтому на это и есть надежда. Что касается моей мамы. Моя мама имеет два музыкальных училища за плечами. Она работала как в музыкальных школах, учитель музыки как в музыкальных школах, так и в общеобразовательных школах. Огромнейший опыт работы. Сама она вообще хоровик-дирижер. И непосредственно... О, кто-то мне звонит. И непосредственно она сейчас занимается своей прямой профессией. То есть является хоровиком-дирижером. И она сейчас занимается своей прямой специальностью. Она ведет хор. Поэтому с мамой у нас есть много общих интересных, увеселительных тем на тему моего хора. На тему, конечно, школы ей было более грустно, опять-таки, потому что она понимает, какие усилия требуются для этого. Но что делать? Ну что делать? Будем стараться. Будем посмотреть. Так, один поехал, второй поехал, и я поехала. Все, я уже приехала, куда мне нужно было, в офис. Встретимся попозже. Так, все, я приехала в Marshalls. Пойдем посмотрим, есть там кофточка. Потом в Walmart, он прям здесь на плазе на одной. Вот коляска от Walmart. Такие кофточки. Смотрим, что еще здесь есть. Должно быть побольше. Я уже в примерочной буду сейчас мерить свою одежду. Marshalls, вот такая вот красивая белая простая рубашечка, такая кашемировая кофточка, но это для меня, я хочу взять. И здесь, в общем, такие тоже, вот такая она белая. С таким, как будто рубашкой от Calvin Klein. Мне очень понравилась эта юбка от Calvin Klein. Я хочу себе ее померить. Она такая резинка классная. Потом еще мне такая понравилась очень рубашка. С золотистыми пуговичками. Померяем ее. Здесь просто футболочка Guess. Была за $16. За 17. Померяю тоже. Так, ребята, добрый вечер. В очередной раз я нямкаю чипсики. Короче, я счастливая. Вроде купила. Вроде неплохо. И, в общем, завтра вам покажу, как это в конце будет выглядеть. Думаю, что все будет в порядке. Конечно, мне понравилась там Calvin Klein'ская. Она была неплохая. Потому что в конце она еще была с разрезом сзади, с таким... То есть во всю длину. Но в конце я купила другое. Какого-то неизвестного модельера. Заскочила в Walmart, вернула там все, что хотела вернуть. Взяла немножко вкусняшек азиатских. Взяла эти вонтоны. Вонтоны с курицей и со шримами. Нет, с порк, со свининой. И с креветками.
со свининой, с креветками. Две упаковки. И взяла такие булочки с креветками. Это все надо прийти дома еще как бы приготовить. А себе взяла чипсов. Что-то захотелось такого. Солененького, вкусняшки жирной. Как я говорю, чем-то потравиться. Знаете, сейчас вот пока гуляла. Ну, короче, купила, не знаю. Надеюсь, что все будет нормально. Вот пока сейчас гуляла, смотрела, какую бы вкусняшку взять. Прошлась там мимо тех холодильников, возле которых я ходила очень долго всегда, когда я только приехала в Канаду. И у меня такое немножечко такое, как ностальгия маленькая за тем временем. Думаю, сейчас обязательно надо будет с ребятами поделиться. И когда только мы приехали, для меня вообще Walmart, это все мы видели только в кино. А тут я здесь, в Walmart. Выбор. Даже после Израиля у меня глаза разбегались. Столько всего. Столько всего. Ну и, конечно, очень много здесь в Северной Америке вообще готовой продукции. Вот полуфабрикатов здесь очень много. Я по наивности, по своей, когда только приехала, на меня картинка очень хорошо работала. То есть я что видела на картинке, мне казалось, что внутри будет то же самое. Поэтому, конечно, несколько раз я обжигалась, покупая всякие вкусняшки, которые на коробках нарисованы. Но в конце, конечно, жизнь меня научила, что это только лишь картинка. А внутри там полная г-дрэк. И лучше, чем когда ты приготовишь сам, ничего не будет у тебя. Вот. И как-то вот под этой эгидой я, ну, первый год, даже второй экспериментировала. Ну, как бы, естественно, мы люди, хочется попробовать. Вот, хочется и то, и другое. Кажется, что оно все такое, вот такое. Иногда есть хорошие полуфабрикаты, но они, как правило, очень дорогие будут. То есть вам, в принципе, что вы будете сами готовить, что покупать полуфабрикат, нету никакой разницы. Вот, но мне так хотелось, так хотелось. Вот сейчас я проходила вот мимо холодильников, там, где вот замороженные морские продукты продаются. И, в общем, всякие такие непонятные полуфабрикаты. Мне вот это вот все вспомнилось. Вот. Конечно, я очень много попробовала. Благодаря этому своему экспириенсу я знаю очень много идей полуфабрикатов. Но, как бы, мне кажется, через это надо пройти. Ну, единственное, что если вы такие люди, что вы прям вот говорите «нет полуфабрикатам», тогда да. А так мне на картинках вот эти лазаньи все. Конечно, есть. Есть еще фирмы, в которых лазаньи вкусные. Ну, знаете, даже в Коско я брала вот готовую лазанью, которая замороженная у них. Ну, это не то, ну не то. Единственное, что, конечно, фирма будет готовить из хороших ингредиентов. То есть, если вы покупаете полуфабрикат какой-то неизвестной, непонятной вам фирмы, то, конечно, лучше его не брать. Лучше уже брать какой-то хорошей фирмы. Пусть это будет стоить дорого, но у вас будет хотя бы, вы знаете, что ингредиенты там, где мясо, будет мясо, понимаете, а не какой-то заменитель мяса. Поэтому вот в этом плане, да. Но по большому счету, опять-таки, даже в Коско я брала лазанью, которая не самая дешевая. Там, по-моему, в упаковке две-то. Я давно-давно еще брала, господи, еще в Монреале. Вот. Ну, она была лазанья, ну окей, ну чуть лучше, может, чем другая какая-то. Но хотя я могу вам сказать, на удивление, что когда вот мы приехали, и ко мне еще на съемную, мы только-только-только вот приехали, еще толком негде ни сесть, ни встать. В таком состоянии мы жили достаточно долго. И к нам приходили люди, гости, я налаживала контакты. Ну, приглашала, конечно же, надо что, покушать что-нибудь. Так как готовить сильно мне не было не в чем, во-первых. Во-вторых, я толком не знала продукты, и меня что бесило, что я когда готовила, вкус продуктов был совсем другой. Не тот, который у меня был дома. Так долго я привыкала к новому вкусу. Это был для меня просто кошмар. И мне было как бы даже стыдно готовить, потому что я не знала, получится это блюдо, не получится. Люди ко мне пришли первый раз. Ну, как-то не хотелось. Так я брала готовое. Думаю, если что, максимум это готовое, это они виноваты. Я очень неплохо, по-моему, присела на лазаньи из Walmart. Я помню, возле нас там был недалеко Walmart, и мы в него полюбливали заходить, потому что, ну, Walmart как бы национальный магазин, все на порядок дешевле. И есть все, что твоей душе угодно.
Вот. И, в общем, короче, я присела неплохо, там достаточно неплохая лазанья мясная. Мы ее брали несколько раз, вы знаете, просто как-то уже потом отошли. Она недорогая, там, по-моему, 2,5 килограмма лазаньи в упаковке стоит что-то в районе $10. Это нормально. Ну, кстати, я говорила про лазанью, надо будет как-то приготовить. Я готовила одно время очень часто. Вот. В общем, неплохо. Ну, вот одним словом, есть, конечно, и есть, но в основной своей массе, конечно, очень это невкусно, и такое все разваленное, и такое все никакое, что лучше уже самому что-то приготовить. Вот просто гуляла в этом отделе, и так мне, ну, ностальгия, короче, такая по мне ударила. Думаю, боже, когда-то ходила, это все пробовала, сейчас эти коробки обхожу 10-й дорогой. Ну, многие там есть такие, как готовая полуфабрикат, который типа уже готовый мил, только подогреть в микроволновой печи. Ой, боже ты мой. Это было просто. Короче, я довольна. Я на сегодня сделала все, что запланировала. Outside of home. Ну вот. Правда, дома не успела. Не успела самого главного — поиграть с Эду. Сейчас он еще не спит, но Габи уже спит. Мы, естественно, не сможем играть. Разве, может быть, он сам в наушниках? То есть я буду с ним рядом сидеть, через наушники слушать. Посмотрим. Ой, ребятки. Короче, это был наш день. Сейчас я приеду, буду немножко что-то там тоже... Посмотрим. Я, наверное, не буду есть картошку со свининой, которую я сушила. Есть же вкусняшки. Вонтоны есть. Вонтоны свиные с этими крабы. Я постоянно забываю. Крабы, да? Забываю, как это называется. Вот. Чипсики сейчас закусила, так что жизнь уже налаживается. И... А, кстати, вот новости какие. Мы еще с Костей решили не брать все-таки новый компьютер, а решили купить. Костя говорит, что в принципе вроде пока только клавиатура полетела. Поэтому мы, наверное, попробуем все-таки поменять клавиатуру, если уже она не взорвала. Хотя вроде Костя проверил, вроде все окей. Так что попробуем купить клавиатуру. Она там стоит, может, долларов 20. Закажем по eBay там или почему. И если уже она не сработает, тогда купим новый компьютер. Костя там тоже что-то приглянул. Так что пока что... Вот такие новости, но я этому очень-очень рада. Главное, что хард-диск работает. Костя умничка, я им горжусь. Вы тоже написали, что вы им гордитесь. Я рада, что вы разделяете со мной это чувство. Вот, так что, ребята, настроение хорошее. Желаю вам спокойной ночи. Кому-то доброго утра и хорошего дня. Пока!